О, она флексит! Она флексит! Она флексит глаза! О, почему галочку рядом с сука не стоит? Так, я случайно активировал голый режим. Орлы, мы налегли сразу на эротическую мангу и смогли завоевать сердце нацистской сучки. Ладно, довольно, нацистская сучка покорена. Орлики, сегодня события происходят, которые пропустить просто нельзя. Сегодня, если что, сегодня это среда 10 июня. Вам нужно скачать, если у вас есть GTA 5, вам нужно скачать Rage MP, и вы сможете поиграть с нами вместе в мультиплеер. Ссылка в описании, вам просто нужно нажать эту кнопку, скачать, установить и зарегистрироваться, это несложно. Можно, я скачивать не буду, я уже скачу. А также добавляйтесь ко мне в Дискорд. У нас здесь наркоманы, извращенцы и пошляки. Выход из Ютуба в Дискорд расположен под видео. И мы сегодня в 5 часов по Москве будем вместе играть в GTA 5. Мы будем грабить банки, ездить на Жигулях под Совет-марш, конечно. А также будем убивать охрану губернатора и воровать этого самого губернатора, чтобы попросить деньги на новые Жигули. Так что орлики, бей, все ссылки в описании. И я буду весь стрим с вами присутствовать. Так что если заранее что-то не поставите, ничего страшного, во время стрима сможете. У меня все поставилось минут за 10. Так что, а я стримить буду 3 часа, так что вы в любом случае успеете. Орлики, бей, и я жду вас на стриме. Ну как жду, то есть жду, что вы примете участие. Куйкацу, папи! О май гад! Орлики, би! Кто будет делать би? Орлы, давайте напишите в комментарии, кто будет делать би. Мне что ли одному это делать? Орлы, последнее видео по Кайкацу Пати. Последнее, потому что просто я не знаю, что еще тут делать. Я думал, тут сюжетка есть в игре, и в эту сюжетку как бы вплетен кекс. А вот все эти приколы тут с редакторами, они как бы что-то дополнительное. Я думаю, что это последнее видео Angel Maker. И я хочу дальше, я хочу Steins Gate. Но Steins Gate это мое, это мое, это край. Но перед этим, я вообще хотел два видео, но я не нашел модов на БЛ. Я не нашел девочек из БЛ. Я загрузил девочек из Доки в игру. И сейчас мы на них посмотрим во вкладке дополнения. Так, у нас есть кнопочка секс. Мы на потом оставим. Ивент, который не работает, почему-то есть кнопка идол. Я хочу выбрать кнопку идол. Кто будет моим идолом сегодня? Пишите в комментарии, кто ваш идол. Фу, это уродина какая-то. Нет. Я хочу выбрать своего идола. Все четыре, и Сайори, и нацистская сука, и Моника, и Юри. Ха-ха, Юри. Вот он, мой идол, ребята. Мне кажется, слушайте, мне кажется, она худовата, она как-то выглядит, ну, как бы нет, сиськи ей нормально вкачали, но она худова. Фиксирую панцу. Так, постойте, а что делать надо? Ну, нажмем на кнопочку. Blue Sky Adventure. Че она будет петь сейчас? Юрий, мой идол! О, она флексит! Она флексит? Она флексит глаза. О, так что, можно было, что ли? Ну давай! Если что, я голый, потому что жарко, а не потому что я дрочил сидел. Потому что все время сидишь голый, люди спрашивают, чё ты голый? Потому что может быть жарко, потому что может 27, мать его, градусов. Не, все-таки Кайкацу Пати это норм, только у меня вопрос, почему Юрию сейчас прозрачный в нескольких моментах? Я вообще удивляюсь, что мод на перса, это картинка, сука, это PNG. То есть по PNG-шке игра определяет, какого перса создать. Это как это вообще работает? Так, лоликонщики, я знаю, вы хотите этого. О, май гад. Слушай, по-моему, это не совсем тот костюм, но... Какая разница? Ну что, лоликонщики, вы мечтали об этом? Вы хотели этого? Вы получили это? Нацистская сучка пляшет на сцене, как тварь. Не, слушай, это меня уже не так заводит. Вот когда Юля на сцене плясала, вот это, ну, это прям было топ. Это фигня какая-то. Фей Винс, блин, раскидывает свои вот эти, блин, наркотики по сцене. Видели вот эти блестки? Это тяжелые наркотики, это метамфетадон. Я вообще хз, что это за наркотики, я вот только что выдумал. Так, ну а теперь самое время опробовать кнопку кекс.
Что там будет? Личность, эрогенная зона, поцелуй. Так, выберите девушку. Не, ну тут все. Секс, мастурбация, лесбийский. О, так, ну тут по классике-то пойдем. Так, а где лесбийский? Лесбийский. Выберите партнера. Так, а как выбрать-то? Так, партнер у нас будет Сайори. Давайте по классике. Вы же все хотите это. Группа есть. А в группе сколько может быть человек? А, первая, вторая девушка. Не, слушай, это слишком жирно. Ребят, вы не заслужили лайков. Мало под видео. Без презерватива. Yes. Ну, а кстати, я если сказать нет. Так, как это настраивать? Так, я нажал правую кнопку мыши, и меня тупо выкинуло. Блин! Я сидел полчаса, все настраивал. Ладно, 30 секунд настраивал. Мне обидно. Так, поцелуи, грубые ласки. Как это вообще все настраивать? Почему здесь нет каких-то настроек? Ну ладно, так, полдень, вечер, конечно. Ваша комната. Можно какую-то другую локацию? Выбор кота. А, можно, хоть что-то выбрать можно. Коридор, женский туалет. А есть вариант где-то сельский туалет или там деревня, церковь? Так, не, слушай, не нарыв... Я не буду... Это я хожу по тонкому льду, водя мышкой по церкви. Раздевалка вот. Душевая. Столовая. Не, в столовой неинтересно. Либо раздевалка, либо поезд. Отель любви. Не, давай в поезде. Поезд это необычно. Я буду ностальгировать по школьным дням, которые мы продолжим в них играть, конечно. Но вот хрен знает когда. В общем, у нас будет сейчас лесбийский кекс в поезде. Гениально. Лучшая игра в мире. Только придется все цензурить, Орл. Но если что, не волнуйтесь. Я папа Орел все посмотрит сам, чтобы не травмировать ваши детские глазки. Так, где тут мое мыло? Где мыло? Сука, блядь, что происходит? Что, блядь, я заставляю чувствовать себя хорошо. Пиздец, слушайте, тут им пол головы не хватает, и они сейчас, они, как вам сказать, они режут ножницами молоко. Даже какой-то кринж, я не хочу при этом присутствовать. Это слишком опасно. Не, ну даже если без цензуры, это просто уродливый кекс какой-то, блин, из Exit Music, так что... Не-н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 е. Давайте я лучше сохранение загружу. Интересно, а можно Тиана как-то загрузить в игру? Ну сейчас посмотрим. Я постараюсь найти опцию загрузить кастомных Тиан в игру, чтобы у нас была школа с докичами. Так, выход, далее редактор. Вот, наверное, через редактор я уверен, что можно Тиан как-то подгрузить. Так, редактор. Так, нужно кого-то. Agile Maker, это я. Так, почему? Постой, почему я выгляжу вот так вот? А, не, а постой, как выгляжу я? А, вот мой класс. На этом месте уже сидит девушка, это, видимо, сюжетная девушка. Так, тут я... заполнить класс. А как я... Как ее заменить? Так, наверное, заменить, вот, заменить, удалить персонажа. Так, тут можно настроить характеристики девочек. Любит читать, активная, дружелюбная, ленивая, серьезная. Ну, серьезная, это явно лишнее. Легкомысленная. Любит музыку, угрюмая, опрятная, фантом, лесбиянка. Ну, нет. Так, Энджел Нацуки. Так, я не понял, почему галочку рядом с сука не стоит. У нее даже имя Нацуки. Так, дружелюбная, нет, нифига, любит читать, да, одиночка, да, серьезная, да, угрюмая, да, пассивная, да, лесбиянка, нет, ну это нет, конечно. Так, у меня вопрос, почему Сайори и Моника родились в один день 17 мая, какого хрена, блин? Так, любит Моника, любит читать, активная, дружелюбная, ленивая, серьезная, окей, да, ну это ладно. Часто мочится, я почему-то думаю, что Моника часто писается, хотя не-не-не. Не, а будет бесчувственный, часто писается. А Angel May... Ой, блядь, Юрия. Сука, не сука, она нормально любит читать, да, ну, дружелюбная, да. Одиночка, нет, она... Ну да, спустим, серьезная. Господи, редактор игру сломал, загружается, вижу, 55 лет. Нет, тут вроде как принадлежность клуба настроить нельзя. Так, но, постойте. Что значит глаза 2, сиськи? Не, вряд ли. Так, я случайно активировал голый режим. Фортуна, сегодня идеально! S будет хороший день!
Сашенька, опять загрузочка пошла. Реально, последнее видео по Кайкацу. Дальше я хочу что-то сюжетное. Не знаю, меня отталкивало немножко, почему я долго видео по Кайкацу не смотрел. Потому что тут эти моды, вот это что-то настраивать не люблю. Я люблю как сюжет. Я люблю как сюжет вплетен хороший добрый кекс. Кстати, в Штайнс Гейте есть пошлости и кекс, я просто не знаю. Я знаю, что это супер серьезная новелла с супер глубоким сюжетом, но большего я не знаю. Поэтому мне интересно. Еще, кстати, в планах, но это я хз, когда реализую, у меня есть Яндера симулятор. Я понимаю, что в Яндеру не... Яндера была популярна еще в Ринае и Мангая, но тем не менее, у меня есть некое желание немножко, ну, побаловаться там, поиграть в нее, ну, потому что никогда не играл. Господи, что загрузки такие долгие, пиздец, я не могу. Так-то, постой, это я, обеденный перерыв. Чего ж так лагает-то? Я понимаю, раньше я рендерил видео, но а что это-то? Ой, так, я вижу Нацуки, это, по-моему, Моника. Что же это за жесть-то такая? Что я... Почему так всрато все, господи? Что за настройки я включил? Я сейчас нажал Escape, надеюсь, меня выкинет в меню, чтобы я... Не знаю, может, я включил сглаживание десятикратное, и моя видеокурта не тянет? Так, не знаю, этот пипец кончился, это, походу, была прогрузка. Так, 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 как играть? Девочки, здорово! Как я понимаю, это Моника, или это не Моника? Но это точно Нацука, сидит в телефоне, тварь. Так, как с ней побазарить? Нацука, как с той побазарить? О, так, от первого лица... пипец, как лагает. Нацука, здорово. Как стой базарить, Нацука? Как заговорить с Тян? Блин, персонаж такой дебил, что даже говорить не умеет. Нацука. Так, выйти из игры. Нет, как? Я в настройки хочу попасть. Алло. А, все, мы начали общаться. Это правая кнопка мыши. Да, все. Мы общаемся с Нацутой, соски. Эй, ты теперь немного лучше? Парни, кто ты? Немного кого там нет? Эй, я говорю с тобой. Ухо, я подождите немного. Хорошо. Что ты хочешь спросить меня? Она боже опасается этого, о чем мы должны говорить в первую очередь. Так, она опасается этого, то есть секса. Она боится секса. Ну, значит, давайте на тему Эти. Я думаю, она любит хентай и мангу. Это рассказ моего друга. Вау, это была рогатая рогатая история, но ей понравилось, видите? Орлы, мы налегли сразу на эротическую мангу и смогли завоевать сердце нацистской сучки. Вот, она довольна, нацистская сучка покорена. Так, так, я, слушай, лапать ее за... наверное, не очень правильно. Вот так, общий. Давайте еще на тему эти. Я придумал роговой кляп. Извините, я не очень хорошо понял. Так, а давайте на любом тему займемся учебой, займемся спортом, пригласить в клуб. Займемся, давай займемся спортом. Вы двигаете свое тело вместе? Кстати, мальчики часто уклонялись от мячей на школьном дворе. Вам нравятся такие вещи? Хотя я не буду болеть, когда я эго-брат, но мне все равно нравится перемещать свое тело. Да нет, я буду продолжать. Давным-давно, глядя на мальчиков, мне было любопытно. Так что ж тебе там любопытно было, как ты на мальчиков смотрела? Вы можете сильнее ударить по мячу? По яйцам, что ли? У тебя нет яиц, Сайори, то есть Нацука. Я думаю, что это действительно означает уклонение в шаре. Потому что я серьезно сделал и победил тебя. Ну, может быть, потому что кажется забавным. Так, что, то есть мы, я не понял, она меня обыграла? Ну, я чувствую себя комфортно, усталостью после тренировки я не потерплю. Спасибо за вашего оппонента. Блин, классно пообщаться. Мне кажется, наши отношения пора уже как-то улучшить. Например, я, кстати, не понимаю, что она лагает. Графика, конечно, красивая, видимо, сглаживает. Ладно, наконец обед. Лишь бы пожрать, пригласить в клуб. Тебя не интересует часть кое? Мне не интересно, но интересно еще рано. А, скоро пойду. Так, ясно, не хочет со мной общаться. Тяжелая артиллерия. Мимо, увидимся снова. Бля, она со мной не хочет разговаривать. Жесть. Так, надо поискать других тян. Нам нужно найти других тяночек. Я бы хотел выйти в меню, но я не знаю, где здесь меню. Видимо, его просто нет. А, пипец, как ты лагаешь! Почему девки в купальнике в школе ходят? Господи, что это за пипец? Ну хотя бы хоть кто-то тут ходит, это уже хорошо. Кстати, кофе-автомат офигенный. Сейчас бы из кофе-автомата попить, ребята. Когда я тонул на водяном знаке плеча, Минаси засунул место, чтобы не шуметь. Куда? Что Минаси и куда засунул? О, мы сидим за одной партой. Это интересно. Ничего себе близко. Или это не слишком близко? Минаси засмеялся, слегка покраснев от его лица, когда Минаси пришла не только к своему месту, но и к ее телу.
телу. Не сдерживайся и сделай это. Не, ну, это не я сказал, это меня попросили. О, да! Я хочу посмотреть на учебники. Это так эротично, он будет смотреть на учебники. С этой позиции, если вы можете хорошо смотреть на свою грудь, это не то, что вы имели в виду. В соответствии с идеей говорить счастью, постепенно начинающий получать женьшень лихорадку, открытые новые математики. Сегодня я решу некоторые проблемы, используя официальную страницу на странице 62. Минаси хорошо пахнет, это шампунь. Наблюдая за прекрасными волосами Минаси, которая слишком близко находится на расстоянии, неохотно качает головой. Время клубной деятельности. Блин, а девки где? Я не хочу просто клубную деятельность, я хочу девочки, чтобы были. Так, у нас есть где-то звезда. Постой, где звезда? Блин, как лагает-то. Так, ивент с персонажем. Давайте ивент с докичами сейчас устроим, если получится. Но я не знаю, выйдет или нет. Я не знаю, что может выйти, а что может войти. Опять все зависает. Господи, у всех так кавикацу хуёво работает. Господи, я выбрал звездочку в клубе и, походу, активировал какую-то клубную фигню. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну, собраться посередине. Да, не уроните импульс. Да ласт. Девушки, одетые в довольную униформу, танцуют. Не, ну это, конечно, дело хорошее. Чисто людей, около 10 человек. У вас был танцевальный клуб? Я буду следить за своей памятью, но ничего не могу вспомнить. Нет, на самом деле, тут сюжет как бы открылся. Я не против дальше играть по сюжету, но перевод вообще хреновый. Лучше уж играть в Steins Gate, если честно. Интересно, лучше ли когда-нибудь показывать такие вещи, как клубные мероприятия? Кажется, что танцы закончились, когда они так думали. Девочка, которая раньше давала указания, собирала других детей. Я думаю, что поток в середину был хорош. Время было прекрасным, и наступил момент. Задача по-прежнему остается второй. Неужели она жестокая? Как найти? Я хочу найти наших тянок. Но я вообще без понятия, как искать тян. Ну, тех самых. Ой, кладовка. Не, в кладовку мы все-таки не пойдем. Я думаю, что нужно найти наших тянок. Как моя цель — это тянки. Игра, кстати, иногда не лагает. И вообще, мне кажется, тут все персы сделаны как-то по женскому типу, что ли. То есть они все на тянок похожи. Даже мой перс, он как бы... Ой, господи. Так, слушай, это Нацуки опять сидит? Не, это не Нацука, она какая-то темная. Слушай, а где Нацуки? Я понимаю, что у нас полная школа дев, но... Блин, а где Нацуки? Так, медпункт. Может, они в медпункте, а? Или там Виола будет? Хотя, представьте, я сейчас такой захожу, а там такая медсестра сидит, и я такой, а, ну ладно. Так, можно в медпункте, можно спать. Меня... Ну, что если я выберу дом? Уйти домой, да. Типа, хочу свалить из школы. Ну и, в принципе, тут можно сохраниться в любой момент, поэтому я, наверное, сохранюсь на будущее, если захочу еще поиграть. Но на этом все. Я пытался с другими девками встретиться, но, к сожалению, встретить мы с моих только Нацуки. Вот я всю школу оббегал вне записи и не нашел девок, не понял, как их искать. Ну, не как всю-то. Я не мог в каждый класс зайти. Это было бы, не знаю, часы бы заняло. Ну, в общем, наверное, на этом все. Кайкацу Пати меня немножко разочаровало. Я как-то ожидал большего. Может быть, если бы перевод был более прямой. Мне больше понравилось. Я понимаю, что новелла здесь чисто... Ну, это не даже не новелла, это игра про кекс. Но она довольно красивая, конечно, да, но и моды прикольные, но... как бы, что тут делать? Немножко скучновато, что нечем конкретно так заняться. Да, тут очень много как бы кексуального, но это на YouTube показывать, к сожалению, нельзя. Поэтому, по сути, весь контент игры для нас немножко теряется. Так что Орлики Би, наверное, это последняя серия по Кайкацу. Всем пока, и с вами был Евген. И, господи, буду дальше мучиться от жары. Пока. Поставь лайк, подпишись. Я смотри, я корлыть, а ты сука. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не поставит, будь... И колокольчик не забудь.